Здравствуйте, вы смотрите канал Максимадзе, и мы сегодня играем в игру по заказу. Короче, сегодня мы будем играть в такой вынос мозга под названием, блин, смайлики, которые охотятся за сокровищами. Короче, меня несколько месяцев назад просили в это поиграть, а я все на потом, на потом откладывал постоянно. Пришло время наконец-то сыграть. Извините за долгую затяжку. Все никак не хотелось. Так, ладно, у нас тут 25 уровней. Я тут прошел уже парочку или сколько там. Да, парочку. Чтобы посмотреть, как понять суть игры и так далее. Пирамида тренировка. Это только тренировка была. Там второй уровень у меня уже в заблуждение начал вводить. Секунду. Я же первый уровень запускал. Вот. Вот это. Поехали. Короче, что тут вообще делать надо? Надо собрать все драгоценности, а потом спуститься к выходу, который должен появиться. Прыгать мы не можем, мы можем ползать по вот этим веревкам или что это, и подниматься по лестницам. Так, вот так вот мы спускаемся. Ну и все, появляется выход в каком-то определенном месте. Мы должны пойти к нему. Что, за серебро, что ли? Серьезно? А что золото не дают? А, теперь надо ключ искать. Ну, не то чтобы уровень заблуждения вел, просто видно, что прям реально сложнее стало. А тут... А это означает, что в будущем вообще адские сложные уровни пойдут. Так, надо вот так залезать, потому что иначе мы не заберемся туда. Кольцо вот это вот берем. Ну, давайте, не знаю, снизу начнем. Точнее, не снизу, а вот здесь. Придется по два раза ходить, потому что иначе мы... никак это не сделаем. Ну и все. Теперь надо опять туда идти, чтобы достать ключ. Ну и все. Че, серьезно, на бронзу, что ли? Используйте телепорт. Ну ё-моё, ничего себе. Так, ладно, ну выглядит... Сложным-то не выглядит вот это место. А, ну я... Ну тут... Че тут телепорт использовать? Тут он нужен чисто для того, чтобы в ту сокровищницу, так скажем, пробраться. Так, ну здесь больше ничего нету, значит, нам надо туда. Ну что, он не работает? Так как попасть туда? Может, зелененький? Нам надо. О, зелененький работает. Да, вот так придется постоянно прыгать. А, то есть это... А, я понял. То есть можно заходить в зеленый, и мы выходим из красных.
Красный это из тех, которых мы выходим, а зеленый это те, которые мы входим. Все, все поняли. Ну и все, собственно говоря. Головоломочки такие вот у нас, награды никакой вообще не дали в этот раз. А, теперь еще и копать надо. Ну это, я так понимаю, вот эти блоки и вот эти. Но можно на пробел нажимать. Это по низу, я так понимаю. То есть надо... То есть мы вот так вот спускаемся, нажимаем на пробел и не попали. Еще ниже. Ну и что, он не ломается? А, он еще и восстанавливается назад. Нафигеть просто. Ничего тут не скажешь. Так, берем этот кубок. Потом лезем туда. Нам надо обязательно прокопать здесь. Надо еще встать как-то правильно, чтобы прям кирочкой попал туда. Так, теперь ждать, пока блок этот появится снова. И мне долго ждать? Окей. Так, этот тоже придется подождать. Пока восстановится. Окей. А, он... А, тут нет блока. Отлично. А как этот прокопать тогда блок? Если... Если я не могу с краешку встать или нигде. А, я могу отсюда прям копать, что ли? Обалдеть, я думал, надо обязательно на полу стоять. Так, а как мне к тем блокам-то подобраться? А, по вот этим. А это? А, это ничего не дает. Картинка вот эта. Так, все собрали, и тут даже ключ не надо брать. Никакой награды, скорее всего, не дадут. Сверлили, понятно. Но это, я так понимаю, уже вбок, а не вниз. Один раз, второй раз. Теперь вот так. Сейчас еще раз, два раза прыгать придется. Как печально, что тут еще нельзя управлять собой в полете. Так, начнем слева. А лестница там появится еще одна или нет? А, они могут в воздухе висеть. Ну пипец. Соседи уже весь день сверлят. Меня уже заколебали совсем. Ну вот опять. Отлично. Давай, иди быстрее уже. О, ну хотя бы эту бронзу дали. Я опять думал, что ничего не дадут. Так, чтобы использовать прыгалку.
высоко подниматься вверх. Ну, это понятное дело для таких. И какой дрели нам не дают в этот раз. Давайте на лестницу пойдем сразу. Все прям предусмотрено, так чтобы было возможно. Все, я так, насколько я понимаю. Как подняться туда? Что-то непонятно мне. Ну вот так разве что. Ну и все. Надо еще опять вернуться туда, ключ забрать. Блин. Ненавижу, когда такое происходит. То, что не разбиваешься от того, насколько высоко падаешь. Так, еще что-то. Когда персонаж падает. А, теперь разбиваться нельзя. А, это чтобы была возможность, наверное, управлять собой в полете. А, это держать надо. Это держать кнопку надо. Точно, точно, все понятно. Также на парашюте, насколько я понимаю, надо. Можно взлетать вверх. Спускаемся сюда. Берем вот это. И последнее. Так, ну тут выбраться можно только полетом. Блин, не долетел за тут, ну ладно. Что у нас дальше? Что у нас дальше? Еще какая-то фигня. Нажмите и удержите правую кнопку мыши или пробел, чтобы летать на ракетном ранце. Он позволяет летать как угодно. Ага. То есть мы можем даже... Опа, это вредитель, я так понимаю. То есть нам сталкиваться с ним, наверное, не надо. Держись, 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 держись. Давай сюда. Теперь сюда.
Можно даже не пользоваться телепортом, я так понимаю. Все. Это еще что? А теперь ограниченное? Жмите так, чтобы надуть пустышку, она будет отвлекать внимание монстров. Обалдеть. Сложности уже реальные пошли. Он, по-моему, за мной гонится. А, мы можем 10 раз их использовать, понятно. Блин, а мне еще раз придется туда лазить. Да ё-моё. Ну-ка, если вот так... Нет, только по одной. Можно. Ну почему ты поставить-то её здесь не можешь? И еще одну сюда. И все. Мы спокойно все это прошли. Опять без награды, как всегда, блин. А, и еще динамит. Установите с его помощью, разрушайте блоки и врагов. Да врагов-то я не вижу. А, они восстанавливаются, вот блин. То есть это напрасно абсолютно сейчас было. Абсолютно напрасно прям было. Взрыв. А, жизни. Тут количество жизни 5, смотрите, внизу. Это, видимо, сколько раз нас может враг ударить, я так понимаю. Или что? Ну, наверное, да. Так, в рюкзаке может быть до 4 предметов. Переключайтесь между ними на нужную... Ого, вот это уже реально сложно будет. Реально уже сложности пошли какие-то. Так
Ну, здесь дрель нам не пригодится. Пока пустышки, наверное, будем использовать. Блин, вот я... О! Вот это я сейчас... Вот это я хорошо удрал сейчас. Ну и все получается. Заходим в эту дверь. Что дальше у нас? Это обучение до сих пор, что ли, идет? Но в этот раз у нас предмет только один, слава богу. Вот я влипа. А, еще и сокровища собирать заново. Ну пипец. Я уж думал, не придется заново. На, вон. Поиграй с этой фигней. А, пусть тут, короче, балуется. Делаем это снова. У нас одна всего осталась. Нам надо уложиться как-то. Он отлично, походу, знает, где я нахожусь постоянно. Вот и все. За 2 минуты в основном проходим все уровни.
Этот никуда не ходит, этот постоянно на одной карте стоит. Ого, ничего себе. Тут уже карта, которая не влезает на экран. Пошла. О, у нас парашютик есть. Ну что, он не может взлететь, что ли, до веревки? Ну, ё-моё, как печально. А что, неужели он не может там на лестницу запрыгнуть оттуда? А, нет, может. Нифига себе, а чё парашют-то не раскрылся? Блин, я не переключился на него. Я забыл, что у меня на другом предмете было все. Сейчас опять, блин, 2 часа собирать эти предметы. Так, переключаем на парашют. Блин, да что ты? А, блин, я опять забыл про веревку. Так, опять потом придется залезать туда. И это я не люблю, конечно, делать. Так, а где выход, я чуть не понял. А, ключ сначала надо, ну ё-моё. Вон он. Долго не придется искать, блин. Я никак не могу привыкнуть к тому, что тут нельзя управлять в полете с собой. Сколько еще этих уровней-то осталось у нас здесь? А, Кирочка еще есть.
А, кирка это вниз копать, понятно. Вау. Понятно, то есть надо вот сюда проникать. Придется сначала подождать, пока этот чудик отсюда уйдет. Уйдет именно влево. Чтобы я пролететь смог там. Ах да, у нас еще есть прыгалка. Так, вот и вот так, короче, делаем. Я другое просил откопать. Так, опять пишут всякие йети. Йети, йети, сказал я. Эти. Так, пора отсюда сваливать. Вот только как. Скоро заканчивать будем, у меня уже закат наступает на улице. Твою мать! Так, давайте посмотрим, сколько у нас уровней осталось. Это у нас... Это только 14 уровень, серьезно? Жалко, 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 жалко. Ладно, предлагаю на сегодня закончить. И я думаю, если вам понравится, то я выпущу продолжение. Ну, на сегодня закончим. С вас, как писусы, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на стримовский канал, вступайте в группу ВКонтакте. И всем пока.